проблема жителями города оценивается как важная уже достаточно давно, но она, опять же, повторюсь, на уровне где-то 7-го места, в топ-10 входит. Усилия властей видны, они, конечно, населением оцениваются по-разному, но в целом положительная оценка. Распределение ответов населения связано с разными территориями по-разному. И здесь как раз вот кроется ключ, как каждая территория будет развиваться. То есть невозможно один рецепт применить к городу в целом. То есть приходится быть, ну, работать по адресам. Адресная работа должна быть у власти. Что, собственно, и показывают результаты исследования. И проблема дорожных пробок и парковки, они увязаны вместе. И в ближайшей перспективе жителями осознаются как проблемы, которые будут только усугубляться. Но опять же, и оценка деятельности власти по решению этих проблем жителями тоже достаточно высокая. То есть они видят изменения, которые идут, понимают, что это дело не быстрое, и, соответственно, в своих оценках, ну, не настолько критичны. То есть нет совершенно уж недовольных решением данных проблем. Ну и еще один важный момент. Люди сами готовы взять на себя и ответственность, и помогать, и высказываться. То есть здесь есть некий резерв, который возможно использовать власти, то есть обращаясь к жителям города, к их пониманию, к их представлению о жизни, рассчитывать на их поддержку.